В Самарской области наблюдается приток заявок от мигрантов на получение патента. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 2,5% увеличилось число гостей из ближнего зарубежья, желающих работать в регионе. Напомню, с 1 января требования к таким работникам значительно изменились. Прежде чем устроиться, нужно получить патент. Список требуемых документов расширился. Вся ответственность за нарушение теперь ложится на плечи самого мигранта. Кроме того, необходимо сдать экзамены на знание русского языка, истории и основ законодательства. И еще одно новшество – изменение требований к медосвидетельствованию. По словам специалистов, число людей, отсеивающихся именно на этом этапе, в последнее время увеличилось. В этот перечень, скажем так, были заявлены исключительно государственные организации. Были некоторые там тоже споры, связанные с этим, возможно, ограничения там, но решение принято. На данный момент могу сказать однозначно, что оно показывает свою эффективность. То есть прохождение медицинского свидетельства стало явно более качественным.